Атмосферой праздника зарядились якутские студенты, обучающиеся в Санкт-Петербурге. В культурной столице в минувшие выходные прошел новогодний бал молодежи. Праздник посетила и моя коллега Айсена Бурнашова. Василеостровский дом молодежи гостеприимно принял якутян. В шикарном голубом зале состоялся бал – итоговое мероприятие Ассоциации молодежи Сайды. На торжественном открытии праздника лучшим студентам вручили благодарственные письма. Данное мероприятие стало подспорьем для встречи нового 2017 года и небольшой передышкой перед сессионной неделей у студентов. Подготовка к мероприятию началась в ноябре. Из организаторов 4 человека. Ребята, которые ответственны за танцы, выступления и, конечно же, ребята, которые украшали весь зал. Среди шумного бала случайно в тревоге мирской суеты. От такой красоты присутствующие были не прочь заговорить и стихами. А вот закружиться в ритме вальса удалось не каждому. Только тем, кто ходил на репетиции, удалось двигаться в такт. Мы выбрали исторические танцы, как котельона, подыграза, минуэта и миньона. Бал, по-моему, без этих танцев не проходит никак. Ребята очень даже хорошо танцуют, и я очень горжусь ими. Многочисленные песни, романсы и танцы. Вместе с организаторами также остались довольны и участники этого предновогоднего события. Девчонки сегодня обалдительно красивые. Не только платье, прически, вообще все. А мне понравилась сама организация мероприятия. Только все украшено, какой-то хороший, красивый зал. Просто супер, мне очень нравится, чтобы у нас было больше таких мероприятий. Завершающим аккордом бала стал конкурс короля и королевы. Выбрать ту самую и того самого из участников праздника мог любой желающий путем тайного голосования. По подсчетам очков королевой бала стала Наталья Степанова, а королем вечера стал Сандал Павлов. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.